этого магазин есть, наверное, лучше обратиться туда. Там подскажут, поконсультируют. Какие-нибудь вонючее мыло или табак, там сигареты раньше были, Прима. Что-нибудь вот типа этого. Ну и вовремя убирать пыль, протирать вещи, там все. Порядок, в общем, чтобы был в шкафу. У меня дома нет моли. Давно я нет. Специальные штучки покупать и вешать. Табачок туда вроде кладут, да? И еще такое пахучее, чем-то, что-то пахнет такое. Трава такая. Забыл. От моли не избавляюсь, все такое. Ну просто убираться вовремя, проветривать помещение, и ничего не заведется. Продаются специальные средства для этого, антимольные, специальные пахучие, травы. И тогда моль не будет заводиться. Что-то пахнущее, фиалка какая-нибудь, или лимонная, цитрусовая. Что сильно пахнущее. Ну и стирать почаще, может быть, вещи выветривать. Ну, чтобы, допустим, если шубу, чтобы не съели, шубу там обматывают, там, газетами, там, тряпки какие-то, там, или еще там что. Я не знаю, у меня моли нет. Мыло ложить туалетное.